Всем привет, с вами Прия. Наконец-то подошел к завершению Mythic Dungeon Invasion, сокращенно MDI. Это состязание, которое проходило в несколько этапов, тогда, когда в июле-августе были отборочные еще этапы, а в недавнее время прошли все полуфиналы, и финал вот сегодня только закончился, 1 октября, в 19 МСК по московскому времени он стартанул. И вот получается 2 октября, поздно-поздно ночью, в час 45 по московскому времени, выиграла команда Free Mercy. По неофициальным данным, есть информация, что их команда так названа из-за того, что их бывший рейд-лидер, которого звали Mercy, его депортировали из страны, и у него была какая-то проблема с въездом обратно. По-моему, это австралийская команда. Да. Они являются победителями в текущем сезоне MDI. Это первый турнир по мифическим подземельям. Скорее всего, не последний. Система Mythic Plus развивается. Система Mythic Plus очень сильно нравится игрокам. Я говорил это еще полгода назад, то что в Mythic Plus'ах вы можете, как вариант, посоревноваться с другими игроками, кто выше и сильнее, закрывает ключик и быстрее. Для обычных людей, типа меня, я не считаю себя на самом деле каким-то таким классным человеком, который сидит и покоряет высокие ключи. Нет, если есть с кем покорять, я с радостью. Если нет, я и с радостью подолбить какие-нибудь обычные ключи по типу 14-16 просто пофармить. Это, да, это средние ключи. 14-16 — средние ключики. Вот. Система Mythic Plus реально реализована очень и очень хорошо. Free Mercy выиграла со счетом 3-2. В этом есть несколько недопониманий. Воскрешение от гейммастера, от оператора, от сотрудника Blizzard. Так будет сказать, наверное, проще. Ситуация в Верхнем Каражане, в четвертом подземелье. Команде Honestly после поражения на Визадуме, последнем боссе Верхнего Каражана, пришлось бежать с самого начала к самому последнему боссу. Команда Free Mercy аналогично умерла на Визадуме, и они продолжали находиться в бою даже тогда, когда все умерли. Эта версия есть такая, что оператор, то есть сотрудник Blizzard, который снимал все это дело и транслировал нам, запорол им механику боя, и они находились в бою. Поэтому пришлось выдать им массовое воскрешение прямо к последнему боссу. С этого, скорее всего, они выиграли секунды и уже были у последнего босса тогда, когда команда Honestly добегала сама до последнего босса Визадума, и потратили на это секунды, смерти, воскрешения и прочие какие-то таймеры. За счет этого команда Free Mercy выигрывает четвертую карту, четвертое подземелье. И счет становится 2-2. Хотя, что самое интересное, до этого счет был 2-0 у Honestly. То есть Honestly лидировали, и все уже думали, что вот все, сейчас Honestly берут третью карту, все будет хорошо, и все будет идеально. Но потом 2-1, 2-2, и финальное 2-3. Неплохо, Honestly просто расслабились, мягко говоря, могли бы и поднапрячься. Хотя на самом деле там разрывы-то такие были в 10-20 секунд. То есть оба коллектива, которые вышли в финал, реально играли на уровне. Просто кто-то кого-то чуть-чуть переиграл в каких-то моментах. Где-то за счет использования одного танка за место другого, где-то за счет использования большего количества инвиз-классов.
против одного или двух инвиз-класса. Очень много моментов на самом деле, очень много ротаций классов можно использовать в мифических плюс подземельях для увеличения своего прогресса и для уменьшения сокращения времени. Особо порадовало при просмотре русской трансляции MDI то, что люди очень сильно удивлялись каким-то моментам скипа, каким-то интересным вещам с контролями мобов, люди в чате, соответственно. То, что удивлялись таким вещам по поводу легендарки у протовара, которая весьма полезна на боссе в верхнем Каражане, а именно Медиве, для отражения пронзающих стрел. По-моему, я знал об этом с самого старта. Вообще, на будущее в плане освоения и чего-либо прочего, неважно даже за воина, не за воина вы играете, взаимодействуйте абсолютно со всеми заклинаниями полностью, как только можете. Можете его сполстилить, сполстильте, играя за мага, допустим, какой-либо баф. Играете за воина, рефлекте. Если бы был темный симулякр у рыцарей смерти, то было бы на самом деле поинтереснее. Рыцарь смерти мог бы полностью воровать эту способность. Жаль, что его удалили на самом деле. Способность реально классная, ладно, хоть она в PvP осталась. Такие вот у меня впечатления, на самом деле, весьма добрые, весьма позитивные, очень классно. Очень классно все было реализовано, особенно с показом DPS-метра, HPS-метра и периодическим показыванием легендарок у каких-либо классов специализации, тех легендарок, которые они используют в текущий момент. Это позволяет игрокам хотя бы посмотреть, что юзает конкретно их класс спек в текущем бою. И как-то хотя бы зрителю это становится поинтереснее смотреть. На самом деле, единственное, что могу сказать по этому поводу, легендарки же у нас ротируются. То есть, я не думаю, что рыцарь смерти, гоняющий с Сифузом на трэше, будет одевать Сифуз на боссе, на котором косты не сбиваются. Поэтому, как вариант, сотрудникам Blizzard. Да кого? Они не услышат это, не увидят даже этот видос, я больше чем уверен. Хотя, всякое может случиться. Было бы интересно, на самом деле, к этим полоскам со здоровьем прикрутить две иконочки легендарки, активных в текущий момент. Это было бы интересно, на самом деле, весьма классно, модно, молодежно, как говорится. Вот, было бы интересно на это посмотреть в будущем. Как я уже говорил, это все-таки не последний турнир, и надеюсь, их будет все больше и больше. Ну и самый такой интересующий, наверное, вопрос от большинства людей, на который я, наверное, сейчас дам ответ. Возможно, для кого-то позитивный, возможно, для кого-то негативный, возможно, кто-то воспримет его вообще в шутку. Нагоняю интригу. Вот. По типу, почему при этом не участвовал в турнире. А кому я там нужен? С кем? Поймите, что я играю за танка. Танки в хороших коллективах уже есть. И собрать что-то самому весьма сложно. И собрать что-то самому с тем временем, в котором можешь ходить только ты, тоже очень сложно. Я с Сибири. У меня часовой пояс плюс 4. Я прихожу с учебы в 13-12 московского времени по своему. У меня плюс 4 от Москвы. Напомню. Если я прихожу в 12 МСК, это 16 по моему времени. Если я прихожу в 13, то 13 по МСК, то это 17 по моему времени. Часиков бы в 21-22 по московскому, а уже хочется спать лечь по-нормальному. Соблюдая сон здорового человека. И с этого маленько сложновато найти людей, которые готовы были бы также сидеть. Либо же найти другую группу аналогично, по той же причине. Весьма трудно. Люди знают меня, люди знают, на что я способен, знают, как я играю. Все-таки мои трансляции набирают не 10, не 20 человек, а 100-200. Моя трансляция часто висит в топах по рукам Unity.
пока не включаются другие хорошие ребята, играющие в более лучших гильдиях, либо рассказывающие более веселые истории. Не то, что моя сказка про Демон Хантера Танка, которая сегодня была на стриме, который защищал свой народ. Ну, вот. Не знаю, какие-то такие у меня мысли, но я буду просто грызть абсолютно все, что только можно, чтобы реализовать себя в следующем турнире. Кто знает, может быть, у меня получится. А если нет, то это неплохой опыт весьма, на самом деле. Всех вам благ, счастья, здоровья, осваивайте высокие мифик-ключи. Либо, если вы только недавно начали играть, то ознакомьтесь с системой Mythic Plus. Некоторые видосики по прохождению ключей у меня есть на YouTube-канале. Они разбиты по плейлистам с первого сезона. Это до марта 2017 года. Это обновление 7.1, 7.1.5 и 7.0 получается. То есть старт Легиона. И до, получается, выхода обновления 7.2. Потом, начиная с 7.2 до 7.2.5. 7.2.5, по-моему, было уже в мае или в июне, что ли. И потом с 7.2.5 до 7.3 тоже есть плейлист. То есть по 7.2.5 с июня до августа. И 30 августа вышло у нас обновление 7.3. Аналогично есть плейлист по прохождению мифических плюс подземелий. Сейчас даже это дело я вам, наверное, открою. Как я это открою, интересно? Весьма сложно. Но на самом деле это будет открыть. Ну, в общем, сами найдете. Ссылочки есть в описании. Вкладку плейлисты найдете и сами все увидите прекрасно. Не маленький уже, голова на плечах есть. Ссылочку кликните и кнопочку найдете. Как говорится, мышка есть, руки есть, голова есть. Все. Всех благ, счастья, здоровья. Легендарок побольше и берегите ноги. До скорого.